И снова здравствуйте, дорогие уважаемые друзья. С вами Олег Алавгудвин, и у нас сегодня в качестве пациента это Женя, да? Давайте посмотрим, с чем она обратилась. А ты, во-первых, про холку говорила, да? Угу. Ну вот она стала меньше. В прошлый раз, по-моему, голову такой выпирал. И все, естественно, не за один раз решается. Теперь вот ставим по клеточкам ровно. Так что, ну, по полосочкам. Угу. Выровняемся, да? Вот, смотрим по лопатке. Вот эта лопаточка ниже. Плечо чуть ниже, да, по сравнению с этим плечом. Ну, буквально где-то там миллиметров 8, может, сантиметр. По уголку лопатки почти сантиметр ниже. Так, если сверху посмотреть отсюда, то плечи немножко вот так вот развернуты. Это вперед подается, это назад. Да, ты расслаблен, просто расслаблен. Стой, как в жизни обычно стоишь, да? Так, вот по вот этим ямочкам. И по верху тазу. Вроде чуть вот этот выше получается, чуть-чуть, вообще незначительно. И теперь скручиваемся, как улитка, знаешь, так вот по одному позвонку, ниже, руки тянутся к полу, я тебя держу, наклоняйся, как ты обычно к полу тянешься. Вот они выровнялись, вот эти точки сейчас, где большие пальцы выровнялись. Также скручивающись, поднимайся обратно, сгорбись, так, еще чуть-чуть, слишком быстро поднялась, чуть-чуть еще наклоняйся. Медленно, стоп. Вот, наклоняется через право, немножко вправо уходит корпус. Но самое главное, что дуга, вот эта вот реберная, она симметричная. То есть сколиоз, если и есть, то какая-то начальная стадия, может подниматься также медленно. То есть начальная стадия сколиоза, ну, смотрим уровень коленок, вроде одинаковый, и по плоскостопию тоже одинаково. То есть главное симметрия. Ищем симметрию. Ложись теперь сюда, как ты лежала на спину. Угу. На спинку. Ноги вместе. Угу. Вот, смотрим вот так вот по стопам. Видим, что чуть-чуть вот этот палец выше, чем этот, вот по этой высоте. Ты сама должна посмотреть. Вот этот чуть выше, да? Теперь вот так сверху смотрим. Вот эта косточка, вот, она чуть выше, чем эта косточка, примерно миллиметров 8 где-то. И пятка, также выставим пальчик, видим, что эта пятка чуть короче, почти на сантиметр. Я даже когда наклонялась, я заметила, мне вот правой ноги тянуло мышцы, а левой нет, левой вообще, потому что, видимо, так. Да, вот поэтому, когда она наклонялась сейчас, да, из-за того, что нога короче, ее вело немножко вправо, получается. Скорее всего, это из-за таза разная длина. Ну, то есть мы начинаем, наш организм в утробе матери начинает расти вот, как бы вот от этого базиса, да, от таза, соответственно, все кости, которые растут вниз, влияет таз вниз. Все кости, которые растут вверх, влияет из кремня таза вверх. Обычно, если таз вот так развернут, то плечи в противоположную сторону. Но у тебя получилось, что оба, плечо и таз, с этой стороны выше. Так, да, чуть выше вот здесь он, по вот этой высоте. А по этой высоте вот видно косточки, да, что вот это выше вот сюда. То есть таз развернут вот сюда, вперед получается. Да, да. По снимку. Вперед получается, поэтому, да, смотри оттуда, видишь, нога чуть сюда завалена. То есть от вращения таза у нас зависит, куда поворачивается стопа. Если экстензия назад, стопа вот так разворачивается. Флексия вперед, стопа вовнутрь разворачивается. Вот все это из-за таза зависит. Так, ну и по высоте вот это чуть ниже получается, здесь. Значит, наша цель довернуть таз вот туда и вот туда. Так, ну мы начнем с массажа, так что переворачивайся. Это приятная часть. Самая приятная? Да. Массаж любят все. Так, я тебя выровняю немножко. И опять смотрим, расслабь. Вот также видно, что вот эта косточка на правой ноге выше, чем вот эта косточка. Заметно, да? Ну и пятка, соответственно, тоже. Под ноги подложим подушечку. Так. Топик вот. Да, топик можешь снять? Камера.
мюсли, потому что вся вместе процедура где-то около часа займет. Эту ручку наверх, да, эту тут оставляем. Чуть-чуть приспустим до вертела бедренной кости, вот до сюда. Потому что ягодицы — это продолжение спины. Ну, как я в прошлый раз спрашивал, к чему относятся ягодицы? Как продолжение спины или окончание ноги? Это самый наш важный, так скажем, мышечный орган. Обязательно бедра и ягодицы надо закачивать, потому что это наше, так скажем, нижнее сердце. Закачивать вы имеете в виду тренировать? Да, тренировать, да. Ежедневно надо приседать, ежедневно ходить надо. Значит, когда мы ходим, за счет сократительной деятельности мышц у нас идет прокачка лимфы. Лимфа тянется от пальцев ног вверх. Но, как говорится, есть такая поговорка у нас профессионалов, что если кровь качает в теле человека сердце, то лимфу только массажист. Так отчасти оно есть. Потому что мы, у нас две проблемы. Либо мы постоянно сидящий образ жизни, да, сидим, то есть ноги не работают. Либо наоборот, кто-то спортом занимается активно, либо просто стоячая работа у него там за конвейером где-нибудь, или продавец вот он постоянно стоит, да. У них наоборот, застой из-за того, что, ну, во-первых, гравитация все время вниз тянет, да, а во-вторых, забитые мышцы получаются. Забитые мышцы тоже дают прокачку. Поэтому мышцы должны в течение дня постоянно расслабиться, напрячься, расслабиться, напрячься. Чем больше раз, тем лучше. В общем, если сидячий образ жизни, нужно постоянно вставать и делать какие-то упражнения между работой. Да, 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 да. Вот раньше, помнишь, в Советском Союзе была производственная гимнастика? Да, да. Водитель, когда долго за рулем, должен обязательно выйти за руля хотя бы там 5 минут, да даже 3 минуты достаточно порастягиваться, поразмяться. В наше время практически у всех есть эти часы, которые постоянно напоминают, это очень удобно. А, да, можно поставить себе график определенных часов. Часы постоянно, нет, они сами все это контролируют, вам пора размяться, уделите время себе, там, разомнитесь, пройдитесь. Ну, можно приложение такое поставить, да? Нет, я ничего не ставила. Ну, во всяком случае, вот в фирме Apple есть такая фишка, они сами это все делают. Сами напоминают, следят за здоровьем, пульс там же у них вот это вот все. И вот выжимку обязательно делаю, это уже прокачка лимфы. То есть не надо отдельный массаж, лимфодренажный делать, да, он уже включен в нашу процедуру. Ну, пока. Да, я потихонечку буду входить глубже и глубже в тело человека. Ты какого человека? Девушки? Девушки тоже человеки, да. Их надо любить, ценить, холить, леять и нежить, да? Да, и гонять лимфой периодически. Да. Ну, массаж, конечно, не поглаживание у нас, да? Ну, да. Мы не об этом, мы как бы добираемся до глубоких мышц, костей, связок. Поэтому вот. Придется сейчас чуть-чуть потерпеть. Я всегда предупреждаю о болезненных местах. Вот, пошло здоровое покраснение, с чем я вас и поздравляю. Со здоровым румянцем на полспины. Вот, и в нашем массаже обязательно используется высокая подушка, чтобы пятки были выше сердца, да. И это как раз вот идет отток лимфы за счет гравитации. Пока работа со спиной, ноги тоже работают. Я думаю, зачем подушка? Ну, она для многих целей подушка нужна. Еще когда вот, например, массируем здесь ногу, да, то упор идет, получается, в бедро, а не в коленную чашечку. Коленная чашечка просто больно будет. Ну и, соответственно, неудобнее, когда она поднята, чтобы промассировать, там, например, икроножная мышца, да? Целительный массаж, скульптурирующий массаж, подтягивающий вверх там попу, сиськи и так далее. Грудь тоже можно подтянуть? Да, тоже можно.
Нитками, иголкой. Нет, тонусом создать там тонус определенный, а больше за подъем груди отвечают грудные мышцы, которые под молочной железой находятся. Вот эти вот чуть-чуть, их, если подкачать, то сантиметр на два они могут выпирать, и грудь будет объемнее. А я думала, что наоборот, чем больше качаешь грудь, у женщин она как бы пропадать начинает, я думаю, за счет того, что там же вроде жир как бы. Да, грудь это жир, жир, да, начинаешь жир. Качать, жир же уходит. Ну, получается... Нет, жир напрямую не уходит, он уходит в целом со всего тела одновременно, одинаково. Ну просто так... когда худею, я грудь тоже худеет. Да, если худеешь, то худеешь все, все вместе худеет. А отдельно качать грудные мышцы, они на грудь никак не повлияют. Так, терпимо? Да. Вот. Ягодицы надо обязательно, значит, разминать вместе с бедрами, приседать, закачивать. Мне теперь приседать не делать с моими. С моим менискам, с менискам, да, типа, да, да, да. Не знаю даже, как качать эти места. Какие-то боли. Вот, поясницу тебе растянем. Тебя вроде ты делала марсетом, грыжу обнаружили, да? Да. Ну, 4 мм это не грыжа, это протрузия, скажу так. Проверяется вот очень просто. Если нажимаю, в глубине больно? Здесь нет. Так, здесь? Нет. Нету, да? Здесь? Между третьим и пятым где-то там. Ну, я уже прошел, вот третий, да? Пятый. Нету, да? Ну прям сильной такой боли нет. Здесь? Нет, да? Ну вот если была бы грыжа, она давила на корешок. Нет, вот эти желтенькие. Да, ну я отдавала бы. В тот раз, кстати, было мне немножко много. В тот раз тебя отдавала вправо, да. По-моему, да? Да, куда-то в правую ногу. Вот сюда вот? Нету, да? Здесь? Нету, ну, да? Правой, да, сейчас заболела правой, да. Вот. В ногу прям, да? Да, в ногу отдаю. Здесь? Не-а. Вот наверху. Тут? Нет. Тут только, да? Угу. Вот, ну это да, ущемление седалищного нерва идет. Нужно его проверить здесь. Да, правую больно, левую нет. Правую больнее, да? Угу. Вот, все идет из-за поясницы. Но это, еще раз повторяюсь, не грыжа все-таки, это протрузия. Угу. Тем более после, ты была один раз, да? И после этого раза уже легче, видишь, у тебя поясница. Да, потерпи, начинаются локтевые техники. Нож входит в масло, разрезает тело пополам. Постоянно у нас присутствуют вибрации в нашем специальном мануальном массаже, потому что они растрясают позвонки и боковые отростки, поперечные отростки, которые вот тут находятся. Теперь задвигаем таз ударными техниками, потерпи. Ну, нормально, терпимо, да? Ага. И еще один сигнал, если при ударах здесь не больно, нет. Ну вот, значит, тоже нету грыжи. Ну как, терпимо? Рубанок. Верхнюю, нижнюю трапецию отдельно проработаем. И поперек тебя расшатаем. Вот. Теперь мы подышим. Выдох, еще раз. Еще выдох. И еще. Еще. А если вы нас смотрите, присоединяйтесь к нам, тоже дышите вместе с нами. Выдох. Выдох. All together now. Не забудьте поставить лайки. Подписаться на этот канал. И еще выдох. Длинный такой выдох. И еще протяжный выдох, чуть посильнее пройдусь. Расслабились, все. Умничка, дыши, дыши.
То есть, как и я. Да, дышите. Переднюю дельту и маму грудную обязательно надо проработать, чтобы плечи вперед не заворачивались. И расслабь. Вот так. Прием называется вращение топорика. Видите, топорик такой получается. В одну сторону, в другую сторону и сейчас подправили. О, лопатка как хорошо отходит. И одновременно моя рука ходит, видите, по шее, массируя шею. Работают две руки, помогая друг другу. Отодвигаем лопатку. Верхнюю трапецию сжали, растянули, продавили. Сжали, растянули, продавили. Так вот. И трапецию расшатали. А теперь такие точки триггерные, болезненные могут быть. Потерпи немножко. Ну, вроде нормально терпишь, да? Да. О, как хорошо, за лопатка заходила. Его почти 4 пальца влазит. Как в мультике про кота Леопольда. Мышите, не мышите. Мышите, не мышите. Ребрышки теперь шатаем. Между ребрами тоже есть мышцы такие по 2 сантиметра, которые сжимаются. Что вы себе позволяете? Массажист себе позволяет делать все. Потому что это ради здоровья, ради восстановления. Еще выдох. Еще. Все. Отдыхаем. Дыши спокойно. Теперь меняем руки наоборот. Могу пол поменять, если надо. Надо. Твой больше нравится, да? Не думаю устраивать. Тем более я люблю мужчин. Чего ты? Люблю мужчин. А, ну правильно, да. Ну, одного своего. Скрытая гомосексуалистка. Да? Нет. Это как мужчины говорят, я лесбиян. Это как так, женщин люблю. Вот, вот это вишенки две, да? Ага. Это какой-то знак. Что это значит, да? Ну, в молодости были вишенки. Сейчас уже. Не, ну это как обычно бывает, неразлучная парочка, например, да? Либо там с сестрой, либо там, не знаю, с кем-то, с парнем своим делают знак вот этого. Не, не, слава богу, его такой нет. Нет. Вов, не хочешь? Нет, спасибо. Спасибо, нет. Я боюсь, его не поймут его. Друзья. Ну да. Ему что-нибудь там такое. Жесткое, брутальное. Рака, скорпиона, либо викинга, либо дракона, да? Да-да-да, потерпи. Вот они уже вибрации наши пошли. Как в песне поется, из чего же сделаны наши мальчишки? Из ракушек и... Чего-то там такого не помню. Не помнишь песню такую? Ну, слов не помню. Из чего же сделаны наши девчонки? Из мороженых и пирожных всяких. Чего-то там такое. Расслабляю, слабляю плечо, расслабляю, расслабляю. О, хорошо. Зашевелилось. И начинаем входить глубже в тело.
терпимо? Да. Отлично. Если комфортно, это хорошо. И опять вибрация. И отодвигаем мясо от костей. В данном случае работаем с парой вертебральной мышцы вот с этой, которая иногда бывает наплывает прямо на позвоночник. Вот она. Здесь тоже задвигаем мясо. Тут от пары от подвздошной кости, а тут от крестца. Прием такой специально разработанный. Это куриная лапка называется. То есть все пальцы расходятся в разные стороны. Таким образом, большими пальцами мы массируем сустав ППС, пояснично-подвздошный сустав, вот здесь вот. Вдоль него, а это рука перпендикулярно, вот одновременно пальчики работают. И, естественно, сам крестец бывает болезненный, но это нормально, да? Нормально, да. Тут тоже терпимо. Это места выхода нервов из крестца. И наша знаменитая техника — пекарь месит тесто для пирогов. Тоже терпимо, да? Отлично. Да, да, вот это обычно самое такое место. Женщина бывает болезненно. Тем более справа у тебя больнее, да. Ну, потому что нерв тут идет. Лежат немножко нерв. Сейчас поясница заработает и легкие задышат. И немножко потерпим. Чувствую ягодицу, это проработаем. Больно сюда? Или колено? Больно. Чуть больно. А сюда не больно? Ягодица больно. Я даю, да. Давай, расслабляйся. Не могу ногу, колено. Да, колено побережу на твое. Да. И еще раз. Выдох. И теперь длинный протяжный выдох. О, все, отдыхай. И вращение топорика. Так. Потому что над лопаткой все даже более подвижно. Здесь тебе надо со стороны трапеции вот эту укреплять верхнюю. Ага. Помнишь, ты говорил про несимметричные упражнения? Ага.
И чуть-чуть потерпи. Да, справа ну, все больнее. Просто, да. Все больнее, слева такого не было. Ну, здесь уже не больно, расслабься. Еще раз эту ручку так расслабили, висит, а мы выдыхаем. Еще раз. О, все. Умничка, отдыхаем. Обе руки наверх. И самая приятная часть – это наша шейка, да? Которая ждала этого момента. Да? Интересно, крылья Купидона называется. Я как будто рисую перышки такие, крылышки маленькие. Делаю из тебя ангельскую сущность. О, ты слышишь? Угу. Я сказала ангельскую сущность. Без буквы, без буквы «щ». Как отбойный молоток. Вытягиваем позвоночник, продолжаем его декомпрессировать и выравниваем таз. Вот уже поздравляю себя со здоровым румянцем на всю спину. Что отличный показатель. Тургор кожи в норме, трафика ткани тоже. Кровообращение хорошее, сейчас растянем по диагонали тебя. Прям называется художник, смывает свою картину, стирает следы картины. Обычно массаж шейной воротниковой зоны включается вот отсюда до сюда, вот такая зона. Но у нас он побольше, он идет от нижней части лопаток, где примерно 5-6 позвонок, потому что отсюда ременные мышцы глубоко там залегающие идут прямо вот к черепу, крепятся здесь. Поэтому все это мы быстро растираем. И трапецию согреваем. С плечиком заодно. Вот плечо вы не заказывали, а у нас это бонус. Для тебя это бонус. Да? Доставляется приятное для женщин, они любят бонусы. Бонусы, подарки, розыгрыши, распродажи. Да, да, скидки. Слушай, это в нашей природе, похоже, заложено. У женщин, да. Да. Хлебом не корми, дай ей какую-нибудь скидочку. Да. Скидку, да. Надо, но становится надо. Да, они скидки как магнитом тянут, а с продажи всякие. Угу. Так, вот сейчас я всегда предупреждаю, такое глубокое внедрение в тело, поэтому потерпи. Кулаками прям разрезаем шею. Все, выдохнули. И расслабились вот так вот, видишь? Сейчас уже будет легче. Натянем шею. Делаем длинную лебединую
шею. Потом мы еще ноги на 2 сантиметра вытянем. Ага, обе. Одну на 2, другую на 1.5. Чтобы выровнять как раз. Ну да, почти на левую сторону, да? Да. Вот тут такие точки. Правую сторону дает. В ногу? Нет, в голову. А, в голову, да? Ага, вот, эти мышцы, да, они тут крепятся. Часто бывают зажаты, отсюда все головные боли бывают. Метеозависимости. Бессонница, хроническая усталость. Поэтому вот эти места обязательно надо проминать. Даже ежедневно самой себе можно. Ага. Там такие точки, обалдеть. Здесь, да? И здесь, и там. Ну, поделись, что ты чувствуешь. Я чувствую, что у меня нажимают в одно место, а отдают в какую-то другую точку, во все части головы. То в одну, то в другую. Тут тоже, да? Теперь, да, наперед пошло, было в затылок. И уши тоже обязательно у нас входят в часть программы, потому что здесь очень много акупунктурных точек. Ухо — это вообще перевернутый, давай покажем так, зародыш ребенка вверх ногами. Вот его голова получается, вот глаз, ухо, скула, вот пошел позвоночник. Да. Прищепляем так его, а вот это внутренние органы по внутреннему ободку. Вот, даже если, говорят, два полушария мозга разделись, то между ними будет рисунок вот этих складок, да? Ага. Индивидуальный для всех, как индивидуальное ухо. Показываю рисунок уха самого собственного человека вот этого. Да ладно, обалдеть. То есть считай, что этим мозг даже промассировал. Интересно. И все внутренние органы заодно. По голографической реальности Вселенной человек сам в себе отражается многократно. Голограмма же, знаете, что это такое, да? Ага. Ну да, вот получается, там это отражается. Вот, опять шею вытянем. Да, то есть он отражает сам себе везде. Эти точки есть. Вот и на черепе они вот так идут, и на позвоночнике, и на руках, и на стопах, и на глазах, и на лице. То есть многократно все отражается. А вот я вам расскажу секрет знаменитого массажа рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. Да. Ехал поезд, запоздал. Вот мы шпалы ставим. Шпалы, 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 шпалы. Вот рельсы. Вниз уже пускаем энергию. Для этого все время тянули вверх, теперь вниз. И получается у нас два пути. Вот стрелка, и вот второй путь пошел. Первый, второй путь. По ним едут вагонетки. Две вагонетки. Тяжелые, да, груженные. Одна с инструментами, другая с рабочими. Назад ушли пустые. Опять груженные по второму пути идут. С инструментами, с рабочими. Вот тут шахты находятся, с которых мы запускали ракеты. Если помните, мы только что делали вот так вот. Пошли ракеты вверх. Класс, С-500. И теперь устанавливаем новую ракету. Она туда идет груженная. Декомпрессируя вот так вот позвоночник. О, установили. Обратно пустая. Сюда идет груженная. Стани, стани. О, и обратно пустая. Теперь все эти наши следы военной базы ПО секретно надо стереть. Вот все стираем, чтобы ничего не осталось. Пашня. Раскопали всю эту почву. По ней пошел град крупный. Град легкий. Пальчиковый дождик. Похоже на дождик? Да. И заколосилась, зашелестела зеленая-зеленая трава. Все, настал мир во Вселенной и на Земле, да? Сейчас потянем тебе еще.
Ой, классно, да? Вот так, да. Вот, сейчас сотрем вообще все, все следы преступления. И перейдем ко второй части, к мануальной. Ой. То, что ты ждала, да? Да? То, что ты ждала. Ну, конечно, да. Что за койка? Каждый раз не готова, да? Страшно, страшно опять. Да, представляете, вот я попал в книгу, ты говоришь, почему не устают руки-то, да? Да, я говорю, я 3 минуты и все, массаж закончен, я устала делать, как вообще, сколько времени можно? Вот, а я, да, в свое время, ну, я не могу сказать, что я устаю, ну, устаю, конечно, да, но не так вот, вот обычно люди. Я когда-то в книгу «Рекорды Гиннесса» даже попал. Да ладно? Ой. 31 час делал массаж, представляешь? 31? Да, и это вот полтора суток, или полторы суток, как сказать. Человек остался жив после этого? Не там не один, там по часу шли, 31 человек. И в итоге, это, да, я 7 повязок сменил, 7 футболок сменил. Потом просто я упал, рухнул, и 4 дня пролежал, я не мог шевелиться. Жесть, откуда столько сил, я не знаю, да, 31. Ну, молодой, дурной был сейчас бы, я на такое никогда не решился. Ну, это, наверное, еще собственный интерес и побороть, да, узнать, ну, на да, что способен организм. Себя побороть, да, ау, тоже. Вот это самое такое неприятное. Ау. Как будто тебя на крючки подвешивают. Да, потом крючки за лопатки так раз и подвесим. Да, да, вот прям ощущение такое. Ах. И представляю, что они ощущают. Ау. Ну, тоже испытание своей воли, своей силы. Да. Ради чего? Тут-то для здоровья. О, что пропустили. Да. И еще чуть-чуть. Теперь позвонки раздвинем. В прошлый раз я посильнее делал, по болезни не было, да? Ага. Молодец, дышишь, хорошо. Да, вот в руки. Нет, сейчас нет. И выдох. И еще. И еще. Ага. Так, хорошо. Так, вот, чуть-чуть. Давай, давай, ко мне поверни. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот так вот. Угу. Встала там кое-что, да? Да, 3 раза встала. 3 раза встала. Вот он. Еще чуть потерпи. Вот. Да, до пяток все дошло. Дошло, да? Ну вот выровнял зато. Как будто молнией, да. Склади голову ровно теперь по центру. По центру, по центру. Во, вот это место выровнялось. Слава Богу. Да, еще чуть-чуть вот с этой стороны осталось. Во, видите, как ровно стало? Во. Вот одна полоса. И терпимо, да, в принципе, вот эти удары? Да. Многие боятся, это терпимо. Давай голову в одну сторону поверни. Да, и я чуть-чуть ее доверну. Так вот, так вот, так вот, так. А, все, расслабляемся. Плечик расслабляем. Расслабились. Угу, в другую сторону. Вот сюда, 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 сюда. Вот так. Нет, ты не расслабляешься, еще, еще расслабь, шею, шею, шею расслабляй. По прошлому разу уже память осталась, да? Угу. О, и контрольный выстрел в голову. Фу, скажи, живая? О, живая. Так, руки свесим. Расслабился, расслабился.
Равничек ложись. Угу. Так, ну вот твой сколиоз начинает исправляться. Немного сюда. И... А это еще скульптурирующий массаж еще даже не делал. Да? Это пока такой согревающий массаж. Это самый любимый потом. Раскрошай скульптурирующий массаж. Так, расслабись. Еще. Опа. Опа. Ага. Ой, это может не так же. Теперь голову сюда ко мне. И руку склади на ухо верхнее. Нет, нет, другую. Вот это. Угу. Все, ложись ровно. Так. Так, товарищи, ходите прямо. Ходите прямо. Да, осанка залог здоровья. Да. Поворачивайся ко мне спиной, лицом к плакату. Потом мне нужно будет так учиться, лечиться, ходить по врачам. Конечно, любой скажет, давай выше эту ногу, а эту наоборот назад. Так, это больная правая. Вот это? Правая, ну, коленку... вот это. А, вот это правая. Да. Что-то я думал, все ноги перепутались. Я справа. Так, и смотри в телевизор вот туда. Выдыхаем. Еще держись там. Хорошо, на другой бок переворачиваемся. В этот раз уже даже полегче ощущение. Не так, как в прошлом, да? Уже так все видно, подправилось. Ну, наверное, да, попроще было. Да. Первый раз там уже. Первый раз только хруста было. Да, не так, не так болезненно. Да, вот там держись. Так, держусь. Извини, еще чуть-чуть. О. Все, ложись на спину. Все равно, да? Дышите, дышите. Дышите, не мышите. Так, чуть-чуть подтяну тебя. Давайте. Вот эту ногу упираемся. Прямая, прямая, прямая. Угу. Вот сюда. Так, это болит, правая, правая болит. Я только вытяну. Так. Так, вот эти вот косточки нас интересуют. Угу. Все равно не опирает, да? Так, вот тут и вот тут не больно? Нет, вроде. Здесь не больно, да? Так, вот сюда опускаем. То колено, колено. Дальше опять не тянется. Ага, да? Ну колено. Мениск моего. Из-за колена, да? Да, в колено. Да, а вот тут просто... не болит? Нет, сейчас не болит. Первый раз болело сильно вот тут. После того, как вы мне сделали, мне теперь тут не болит. Уже не болит, да? Именно да, из-за того, что мениск рваный, только туда отдает. Угу. Еще, еще, еще. Расслабляемся, расслабляемся. Нет. Колено, да? Угу. Колено не дает ничего делать. Ну, конечно, по ходу делать операцию. Могу туда. Сейчас. Расслабься.
Ну, может, это колено чуть-чуть подправлюсь? Колено? Да. Как? Ну, на расширение. Дерните? Да. Давайте. Быстро расслабишься. В тот раз вы меня дернули, меня отпустило. О. Все. Отпустило, да? Отпустило? Да, почти отходит. Ну, вот, видишь, ты боялся. Да. Так, эту ногу туда заворачиваем. Сними, стоп, ближе. Расслабляйся, надо лежать. Ай, не могу, колено. Вот так? Нет, расслабься. Саму ногу ты расслабь. О, все, она напряжена. Расслабляю ее. Ого, офигеть. Офигенное ощущение, да? Нет, это Вова так любит. Женщина так не очень нравится, мне кажется. Так, двигайся наверх. Колено. Ага. Ну, уже, например, вот уже видно, посмотрите сверху. Вот, косточки выровнялись. И по пяткам посмотри. Сверху. Вот отсюда, сверху. Вот. Ну, было больше, да, вот сейчас где-то 3 миллиметра еще осталось. Доровнять. И большие пальцы, смотри, выровнялись, слышишь? Кстати, и кости вон там внизу. Эти? Вот эти, да, тоже. Да. И вот эти. Вот. Хорошо, тогда двигайся сюда. Еще. С руками все на месте, да? Да. Слава Богу, руки на месте. Сейчас за голову тебя как раз потянем, шею вытянем. Но нам в этом процессе будет ассистировать муж. Можно? Давай. Бабки любят. Я тебе дам. Ну, чего делать? Ну, хоть полчаса. Садись коленки вот сюда. На бедра. Блин, этот стол выдержит всех, да, походу? Ну, я стол уже много претерпел. У меня, знаешь, какие бывают клиенты, пациенты? 170-150 килограмм приходят такие, это вообще. Они, ну, там и рост большой, живот, конечно. Блин, а там помогает массаж? Помогает, да. Ну, да, на него прям прыгаю сверху, да. Ну, там ноги висят, тут голова висит, и живот по бокам свисает. Еще вот как шарик, знаешь, так массируешь, он катается. Мне больно так. А, больно? Он сидит, больно. Все, давай, ты жестенько. Нет, мышцы больно. Тянем, как расслабиться. Просто морально расскажи себе. Представь, что мы находимся на пляже. Не прыгайся, главное не прыгать. Небо голубое, только одинокое, человек там в небе. Никаких проблем. Хорошо, сейчас напрягалась, расслабилась, все. Я говорю, у меня такое ощущение, что у меня сотни костей вот так вот все. Все? Все проснул? Да, да. Сейчас вовнутрь еще надо? Не, мне кажется, достаточно. Точно? Все, ладно, тогда все, да, связаем. Сейчас там же еще у нас еще что-то там сделаем. Ну давай, да, стой, ты еще ожидай. Я просто не знаю, не, если не надо, то не надо. Не, поясничку там себе стоя надо. Поясничку отработаем стоя. Так, камера где? Давай, помочь тебе. Камера там, да? Камера выключена, стой. Вот так вот сейчас немножко потерпи. Вот эту твою холку. Че, опять? Да, наклоняй голову вперед. Да, это не так же больно, как кажется.
делаете? Ну вот, поровнее. Блин, еще. Первый раз было, да. Нифига себе, у меня как руки сводятся. Я не знала. Видишь, на стороны ладони стыкуются. Молодец, гибкая это на самом деле. Так, и плечо твое, да, расслабляй. Вот так, вот так, вот так. Открой второй раз, да? Дело, да. Вот так встанем. И вот так. Ой, угу. Это даже так, приятно. Что? Ручка висит, висит. Угу. Вот во всех позах. Ключица, акромиальный отросток. И вот так. Теперь ставь руки в бок. Так жестко разъедляй их. Смотри. Я тяну туда, я вот локоть, она сопротивляется, да? Угу. Давай вдох, оп. Ого. Видишь, как стало. И это давай вдох. Стой, стой. О, мастерски. Супер. Это же нормально, да? Все встало на место. Так, да, теперь тебя поднимем, локти вместе и расслабленно, расслабленно. Выдыхаем. Выдыхай. О, кайф. Угу. Стой. Так, вот мы видели, что было у тебя плечо одно выше, да, сейчас смотри, на одном уровне, вот на белом фоне показываю, да, полосатый белый фон сзади, видно, что выровнялись, да? Так, лопатки, вот смотрите сзади, лопатки вот на одном уровне, тазовые вот эти ямочки, наклоняйся, сгорбившись, сгорбившись. Так, поднимайся. Ну вот, видите, пальцы не ползут, видите, на одном уровне. И встали ровненько так. Чуть-чуть, нет, чуть-чуть вот так, да. Смотрим сверху. Ну лучше давай по плитке, а то тут, знаешь, на ковре не видно. Да. По плитке выровняйся. По-по-русски, да. Угу. И вот видите, плечо уже вперед не подает. Видимо, вот это было вперед, это назад, сейчас на одном уровне. Вот уже хорошо. Так, и теперь поясни сюда, попробуем. Так, тебе надо, значит, довернуть вот в эту сторону. Так, да. Чуть назад. Вот этот локоть. И вот то колено сюда поднимай. Угу. Смотри в телевизор. Опять мое колено. А, оно же это и есть. Да, это ой, все время забываю про мениск. Так колено-то вроде не трогали, не? Нет, ты что, повернули? Ну, я же за бедро держал. Да. Блин, это все, на всю жизнь можно. Ну, мениск это когда вылетает, это да, это уже такая да. Травма серьезная. Он же может еще расколоться. Так он у меня и треснул там, трещина, да. Хряща, да. Так. Так, ну, в принципе, вот, у нас результат уже есть. Да? Да. Ты довольна процессом? Сейчас шею пощупаю, очень. Опускай, пускай. Не, расслаблена, расслаблена. Немножко сюда попробуем довернуть. Щечка на руке лежит, лежит. И расслабляй. Еще нет, не расслабил. Вот. Еще. Так, ну все, значит на месте. Все хорошо, расскажи, как нам понравилось. Все супер, приходите. Да, если будьте вы здесь, здоровы. То многое упускаете. Мы делаем людей еще более красивых, стройных, молодых, здоровых, да? Да. Yes, умничка. Все, до новых встреч, друзья. Подписка на канал и обязательно ставьте на колокольчик, значок, да, чтобы получать уведомления. Ставьте лайки. О новых видео, да.